Ты дамажем тут прежде. Да, конечно, там груз. Значит, ВРК сейчас... Еще раз, не КМРК, на всякий случай. Значит, пишите, если вы идете в спеке совы и ролите, например, на сову, не надо ничего писать. Если вы на тот спек, в котором идете, ролите, ничего не пишите. Если вы идете в каком-то спеке, но ролите на другой спек, типа как на мэй, вот вам важно его одеть, там, или вы фуловый, то вы пишите об этом в РК, для того, чтобы не было вопросов, для того, чтобы вам отдали шмотку без претензий. Вот, это касается всех, кто ролит на другой спек. Вот, сначала кидается на ролл шмотка, ролится на мэй. Потом на офисе, кому не нужна. Гильдия там все знает, получается. Одна шмотка, один токен, одна шмотка с луча. Все понятно. Один токен гер имеется в виду? Да, конечно, один токен гер. Обычки так разролят паролы, все. Если кому-то нужно. Там сумоните! На буль ходит приз. Тут трэш бьем пока, так что можешь лететь и сесть. Ладно, на ребре, тогда сумуньте. Ну, не надо крайностей. Ну, ты же морально нам помогаешь. Я надеюсь. Морально, да. Той силы тьмы, которая прокатилась бы по этому миру и перевернула страницу истории. Но тебе уже не суждено им стать. Скоро у меня будет другой рыцарь. Кралька, а чё? Чё, погоди. Сломить его было очень трудно. Большой. Ужасным мучением. Нектарин, ты врка? Он так долго сопротивлялся. Но вскоре Элисандр, он ты врка? Да. Сколько у тебя ГС, Зая? 6-3. Блять, а почему? Вот, мне кажется, кому-то по шапке надо дать. Вот сейчас открою заметку. А где ты? Заходи онлайн. У тебя там то ли 5-6, то ли что написано. Вспоминаем. Ладно, нектарин, братан. Мы это самое, мага с гильдии возьмем. Не против. Потому что... Потому что у нас не переживает. Вот. Ты, кстати, я знаю, что ты с подарка небес. Ты вроде нормальный пацан. Если что, просись к нам в гильдию. Или, может, я тебя возьму, но на данный момент не могу. Вот. Кралька, между прочим, ну ладно. Паука вперед бейте, паука. Выбрали паука, надзиратель. Вот квадрат поставил так, чтобы вы поняли. Элисандра зашла. Сейчас. Части 3 от заметки 65-6. Да, по голове бы настучал тому, кто заметки пишет. Кто пишет в заметке имя, какое-то там, не имя даже, а какой-то ник персонажа какого-то. Ретрия. И что? Я извиняюсь, конечно, но это вообще жесть. Неужели нельзя по стандарту заполнить имя спек ГС? Проблема вообще. Получили права, я что-то я не знаю, заполняют фигню какую-то. Не скажу, что ли? Да нет. Да правильно заполнено. Правильно, это имя спек ГС, вот правильно. Когда я смотрю, могу назвать человека по имени, могу посмотреть его ГС. ГС меняется, люди одеваются. Зашли за стенку, вы все слуга на вас вышли. Вот танки отверачиваете. Все, идите, бейте. Сначала паука надо бить. Бейте, квадрат выбейте и убейте. Потом будете увечны. Слуг отворачивайте, бейте. Вот, Элисандр, ПМАК 5.6. Кто это писал? Меня я бесит, писал, кто писал. Заметки заполняет, господи. Ой, да вообще забей, эти заметки заполняются один раз, когда чувака в гильдию берут, и они потом не меняются. Их на них это вообще не надо смотреть. Так, так нельзя делать, на них надо смотреть. Ну вот именно, заметки надо, чтобы каждый сам игрок следил за своей заметкой. У меня там тоже на всех персах написано что-то типа 6К. Я тебе что-то надел. И
ты не хороший люди, как Сендер, Буйк, Филипец, Васап, Варенька. Вот вы можете написать в ПМ, отошли за стенку. Написать в ПМ, они вам поменяют хорошо заметку. Все это прекрасно и просто. Понимаешь? Да, но дело в том, что мне это не надо. Мне абсолютно пофиг, тебе что не надо, написано. Рылу надо, понимаешь? Да, это не для тебя заметка. Я смотрю 5.6, я не стал ее брать. Вы должны понимать, что это, ну... Это в ваших же интересах, в принципе. Да, да. ЖЖшка, ты в РК? Ты зайдешь? Писала она что-то, нет? Пишет, да. Меня своего выкинуло и не пускает, я ребут компа сделаю. Блять. Пока пиздел сдохну. Так. Квадрат выбрали все. Не надо ауешить сейчас, вот кральчик, вы все умираете. Потому что вы дали ауе. Бейте точечно квадрат. Вы этого не поняли за 10 лет существования этого аддона? Сначала вы убили квадрат, потом трусы. Потом будете ауешить. Коконы появляются. Вы уешите в мелких, они вас убивают. Тут не 5 рок напуливают на мишку и на двух протоваров, не знаю, которые контролят весь трэш. Не делайте глупости, вы падаете, теряете все бафы, которые вам дали. У них тратятся реги. Я не знаю, ребята, уважайте людей, которые вас бафы. Теперь поднимайте три тела, стойте на месте, не агрите. Так, Фрешблот и Сендер, у вас есть холики? Нет, что за вроде. Бейте этого дурака. Так, ЖЖшка там в РК не зашла, нет? Бля, Слава, можно сумануться, потом сумануть? Быстренько в Долоран за ласками слетаю, забыл взять. Давай. Так, давайте, Маки, короче... Столик. Да, давайте столики, все это самое. Готовьтесь. Давайте 3 минутки отошли. Чай себе налейте, принесите печеньки какие-то, чтобы потом не отходить. Сумоните? А я сейчас комп ребутну. Хорошо, Ники, как давай. Давайте ребутайте комп. Маги, столик поставьте. У меня уже достаточно таких предметов. Все, ЖЖшка подошла. Чекаю на присутствие тех, кто не в рейде, еще не в целка. Так, Варенью сейчас релогдитком. Килька тут. Варенька в РК. Так,
Рыбы не было, что ли, или съели уже? Рыбы не было, не знаю. Не было рыбы. Че давай, не хочешь брать 5 и 6 ребят в рейд? Пускай делаются. Это ж нормально. Парочку взять всегда можно. Там на вещи, если что поменять. Да было бы лишь на кого менять еще. У них по одному персу осталось. А там придут, там карески придут 100%. Ну вот по ходу рейда еще посмотрим. Вон я магом сходил 5.5. Вот в геру. Вышел уже 5.8. Да, такое. Объект забрал. Не дави на больное, ну, не до объекта как. Хотя не знаю, лучше он будет, чем вот эти часы или нет. Наверное, лучше, там же СПД. Ульдуар, чё, Джерри он собирает каждый день, что ли? Чё, Джерри, да, он же вроде в среду хотел. Ну, походу, фармит что-то непонятно, то ли головы продает, то ли чё. Да он осколки фармит, а голова это так. Так, килька, варенька, напишите кто-то вареньки, пожалуйста. Эту пицца. Хан, вторая пати, подошел, 3 минуты прошли, если что, ребята. Данила ВДВ. Ну и ник, конечно. Шанан. Шанану напишите. Шанан, Данила. Поменяю, не глядя. Меняю, он все равно с учетом. Шанан подошел. Сейчас там кошака выкину быстро. Кошака, говорит, выкину. Как будто его в мусорку выкинут. Вон, бери инь, алока. Давай, хотя бы так. Блин. Да что он игнорирует меня, это что значит? Да, я ассист Selfish Moron, но я возьму. Бывает я такое, я не знаю. Просто в испытании крестоносца сидит. Игрок и не найден. Вот, приглашай. Так, дайте еще раз шкаф. Сумоним сейчас иня забафаем и начнем. Значит, хилы 2 эрдру, эршам и холи прист. Это вообще жесткая связка. Эрдрушка их сильно ход и тереет, хорошо прям. Значит, в лужах не стоять. Олчат, умираем, значит, в лужах, ну, тупим, какую-то фигню делаем, там, минус кроллу получаем, сразу минус 50. Второй косяк минус 100. Что-то какие-то там вайпать будете рейд, там, агрить трэш какой-то, кикну с рейда. Так, чек на пул. А что, мы ЕПА не получим, Войт? Получим. Получим, да. Так, трэш-блот тут. Прыжблот. Кулак. Что тут рыба есть где-то? Есть его, поставьте есть рыбу. Плак, есть плачки. На СПД куплю парочку. Да вон он, бандерлогер. Короче, давайте еще раз чек на пул, принимаем и начнем. Я пару штук только. Ну, кто-нибудь продаст? Да забей пока на паску, потом к лечу ближе выпьешь. На профи, на лече. Фрешблот принимай, бафни себе сам кулак и попроси у Ретри каску. Или у Феллера, или у Зеттера. Я МП5 кидаю. Зеттер, дай кулак Фрешблоду. Да, сейчас. Давайте, не засыпайте.
прими готовность, что ты с вопросиком стоишь? Отсутствует фрешблок. Блять, примите готовность. Без кулака побьешь босса. Да все, я бафнул. Танки вперед. Давайте рост. В лужах не стоим, синие такие. Кто умрет, минус 50 крова. Право-лево отходим. Шипы разлили, не вижу огня. Танки разбежались в сторону. Беги, малышка, беги! Беги. Точнее, стоим, шипы бьем. Все в шипы. Шип разбили. Вышли с души. Никто не падает. Шипы кучнее встали, милики в кучку подошли, сейчас шипы на вас будут. Разбили шипы, два шипа РДД там разбейте, а у милики это разбейте. Вышли служб. Разбили сову. Через лужу бежите, дубовую кожу отдавайте. Шипы сейчас приготовились, РДД развернулись, разбейте шип. Вон, разбейте один шип. Под босса. Это не выход. Гости для жертвоприношения. В луже что ли стоит? Под кухом. Минус. Разбили шип. Добивать этого дурака. Беги, малышка, беги! Так, спасибо, что напомнили. Ну, не надо в лужи заходить, когда у босса 500 кхп. И вы видите этот, как он называется. Песок, найс. Так, на осколке кто? Аня, как у тебя дела? Что у тебя такое случилось? А, там занято на осколке, да? Полбоя простояла в шипе. Ну что поделать, не заметили. Осколки кто-то забирает ангалом ролл или кто-то попрям идет? Хилы, подходите. Так, кому осколки нужны? Один человек? Все, больше никому не надо. Аудасио. Два там. И что, ты в очереди есть, да? Фелран, тебе что, тоже нужны осколки? Ну тогда кидайте ролл втроём. А трэши не умрите, одну пачку обрите. Фелран, кидай. Понятно. Фелран, ты кинешь ролл? Он танчит. Не отвлекай. Он другие кнопки жмет. Ой, ты уснул? Да тихо, я чат отключу сейчас. Что уснул? Вы там трэш убили? Тут еще непонятно, кто кого. А, то есть непонятно. Ну давайте пояс ролим. А он на сову идет этот пояс, не? Конечно. Ну-ка пароль. Так, Оксана. Не Аудейшес, ни Бормера в списке нет. Ну паролы будем. У нас пук роли. Значит, они тоже будут паролы. Так, кто выше здесь на пояс? Тон.
Ну я так смотрю, я по ПР. Ну конечно же ты. Кто ты? А, да. Кто же мог бы уступить мне? Ну ладно. Там еще конскурит выше тебя. Уступлю ему, он самый слабый у нас. Ну, спасибо. Спасибо за арест. То есть не слабый, блядь. Я как бы самый слабый. Чё смешного? Я иду им помогать, они мне... Да! Ну, конскурида спроси. Конскурида спроси, может он тебе уступит. Я же, видишь, не беру. Так, чё, тапки нужны кому-то вот эти кожаные? Я рольну. Так. Я понял, ну ты один, походу, да? Так, где ты у меня? Так. Какой я пати, блядь? Угу. Так, я надеюсь, вы там не умерли. Убили трэш? Пауков убили? Нет. Ну так бейте. Ресурс. Нет, квест не делаем. Кирилл, протопал есть? Угу. Спрятайся. Так, делать будем следующую систему. У нас три на пула. Значит, давайте паука убьем. Значит, смотрите, у нас один БДК. Фелорен будешь на трэше на третьей фазе. На второй, на третьей, или как она там? Кирилл, мы попробуем сделать так, чтобы ты первый босс получил. Это сделает следующим образом. Ты отдашь крылья, если они не сольются у тебя в контроле. Напулит на тебя рога, два роги и хан. Вы напулите леди, когда у нее мана кончится, на седдера. Плюс они эти два роги, хан. Вот, и ты будешь танчить. Когда духи появляются, все 25 человек бегут. До тех пор, пока духи не исчезнут. Поклонский после седдера забирать будешь. Седдер, когда Поклонский заберет босса, продолжай его бить. Ну, тебя мальчишку всякую говно такое, чтобы не дамагало больше. Наверное. Ну, типа, когда 5 стаков с тебя спадет, попробуй там, не знаю, крылья может откатиться или что. И я скажу там на хулю. Скажешь, когда с тебя спадут 5 стаков, попробуй у тебя руки ханты. Короче, я первый ловлю босса, да? Да, ты первый, чтобы проще. Угу. Там посмотрим. Я с него сорву все равно. Да, тебе не надо срывать. Ты не давай ЛПшки сразу. Пусть он бьет и на него напулят 3 напулера. Ты не срывай, а ЛПшки по одной давай. Типа не сразу 6 ЛПшек, по одной там, по чуть-чуть. Типа подожди, пока на нем босс будет. Вот, а потом уже догоняй его в Омане по агро, понял? Вот. Значит, по контролю. По контролю. Три метки контролятся: квадрат, трусы и месяц. Я, Войд, буду контролить квадрат. Конскурит, ты будешь контролить трусы. Давайте. Значит, Вандерлогин или Жешечка, кто-то из вас, контрольте месяц. Месяц. Это будет третья метка. Вот, ну и так по ситуации. Потом Бу, вы будете давать фиры. Там станы, паладины, ретрики. От вас станы очень хорошо зайдут. В законтрольных людей. Законтрольных людей нельзя уешить ни вихрями, никакой херней. Вот звездопады. Слова. А я с Поклонским трэш ловлю слева, да, сейчас? Ты трэш ловишь, да, с Поклонским. Угу. Моба с лестницы и левого. Поклонский прилетает. Ну, там с ним распределились. Только смотрите, вот ваша задача, Поклонский и Сэд, вот здесь вот, в этом черном пятне собрать 4 моба, чтобы миликом. Милики бьете все слева, трэш, третья, четвертая группа. Справа все РДД бьете. Если где-то недобитый моб, бежите туда и бьете. Ну, если у вас есть возможность, там фурики чарж, РДД обязательно. Пока недобитый трэш, вы не бьете босса. Милики, значит, мобы, которые кастуют, иногда они вешают на себя отражение. Вы будете их бить. То есть, ну, я вам скажу. Бросаете все и бьете, значит. Ну, давайте, чек на пу... Тут ключ к выживанию, это убегать от духов, не убивать законтрольных людей, контролить вовремя и... Что еще? И бить трэш. Сначала трэш, потом босс. Все, начинаем. Этот, Гекада здесь, Гекада. Гекадочка.
Пока, да. Это, в трэш пошли. В трэш бьем. Пока-то здесь. Так. Не стоим в луже. Захиливаем. Умеет сильно ход. Бьем леди. Какой-то моб там восстал. Убили моб. Так, законтролил квадрат. Дали контроль, дали контроль. Сильно хотайте рейд, ребята, друиды. Сильно хотайте. Жешка, бомбероводин, сильно хотайте заранее. Как будто вы синдру захиливаете в взлетку. Право-лево, трэш пошли. Милики РДД в трэш развернули. Шип. По нику называть, потом трэш бей, пожалуйста. Слышно или нет, ВРК? Да. Блять, потом. Мой верный слуга. Ты не в силах противиться моей воле. Бандерлогин, поднимай. Киль. Ладно, идем покалеть. Скажу, когда стопнуть, будем еще трэш бить. Кильку захил. Так, конскюрит поднимает джаспанка. Пошли бить трэш, пошли бить трэш. По леди стопнули, стопнули по леди. Все в трэш. Милики в трэш, 4 моба ваши. Давайте сильнее. Сильнее в трэш. ЖБД помогаем слева. Помогли, переводим леди. Руку контрол быстрее. Контролю. Контроль. Так, приготовились роги на пул, хант на пул, на седдера, на седдер. Селфиш Мурон на пул, давай, если не отдал там КД. На седдера, седдер крыль, на седдер. Давайте трэш, побежали трэш, мили. Так, приготовились, когда говорю духи, все 25 человек бегут, все 25 без исключения. Духи, все 25 человек бегут. Если вы не будете бежать, вы будете хлопать и убивать рейд. Духи исчезли, можете бить. Надо подождать. Давайте Геру сейчас. Геру дайте шаман. Шаман дай Геру. Давайте. Духи все побежали, все 25 человек бегут. Контролю Фелрона. Фиры дай. Так. Идем. Трэш возле леди. Духи все 25 человек духи. Бегут. Бегут, 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 все бегут. Сука, кто-то петух какой-то не бежал. Трэш залили. Так, Джаспанк умер. Не будем поднимать. Пока бьем. Так, на ту сторону иди, да, пока. Ты не в силах противиться. Дали контроли, дали контроли, не уешь. Флеш Блода, ну почему вы уешите его? Захил, захил рей. Так как сама не поднимаем, пока захил на. Трэш появился возле звезды. Бьем трэш все. Духи. Духи все 25 человек бегут. Все бегут. Духи появились, сразу бежит. И милики, и танки, все без исключения, блядь. Убили трэш. Три моба, раздамажьте. Духи 25 человек бегут. Добили трэш. Давайте. Так, контроль. Законтрольте сову. С допадкой бы есть, нормально все. Дайте фиры, дайте фиры. Вот. Духи, вы не бежите. Захил, захил на фул. Все, бьем эту дуру. Захил на фул, рейд подняли. Трэш появился возле рдру. Духи мили. Духи побежали. Все 25 человек и танк, все бегут без исключения. Даю звездопад, заливаем трэш. Залили трэш быстрее. Милики, РДД, бегите к трэшу. Танк, беги к трэшу. Бейте там трэш. 2 миллиона, бейте леди. Полтора миллиона. Все, 2 миллиона, полтора миллиона. Убили трэш и убили леди. Ты не в силах противиться. Все, заебись. Вы осознали бессмысленность ваших рейдов. Так, идите на трэш. Ваша смерть. Так. Неизбежна. Сука, ну говорю, когда духи бежать, вы даже после смерти леди не бежите, блядь. Рольте осколок.
Баромир побеждает. Где ты, блин? Эпатия. Четвертая эпатия. Ага. Плечи надо кому-то вот эти, ПВП там или чё, рольте. Давайте рольте поролу. И не отдам, и нормальный пацан. Оксана, тебе одеть их или на ПВП? Одну Оксане отдам. Дамажить больше будет. Ну или Ине отдай, если ему шмотки говно. Так, не Белун для бомжей ролим. Отлично. Вот эта штука на кого-то там. Крит хас, ловкость. Рольте это дерьмо. Клейте трэш. Ладно, заберу себе, продам. Благодарю духов, что они послали. Так, сейчас упадут вас. Все трини просто. Сейчас упадет Усмейте воля, сейчас небес. Упадет Сталик, сейчас уже упадет улетел. Бодруха, сейчас тапки упадут, сейчас Быстрее все упадет, блядь. На борт молота Оргрима. Мы упадем. Ну ты упадешь, мы не упадем. А потом упадет сервер и все откатит. Упадет все, мы не упадем. А, кстати, я вам не рассказывал. Если я отдаю коня человеку, короче, то этот конь, короче, получает баф особый. Это, как называется, стремительность воида, блядь. Плюс 20% скорости передвижения. Он, короче, летать будет не 310, а 330%, понятно? Войд, я хочу этого коня. Вот. Это будет зависеть от того, как вы будете слакать в рейда. Думаю, конь получает баф прото Войда, получается 20% к агро лучшему. При толковании. К агро, к броне, к стамине. Жир, жир вообще охереть. Ветрики. Значит, все, боя нет, на корабль пошли. Пушки садимся, греем. Значит, все без исключения милики, роги, ретрики, фурики, все берут ранс и летают на тот корабль. Чем быстрее бьем мага, тем лучше. Да. Блин, пока брал ранец, заняли пушку. Давайте, гады. Короче, такой прикол. Вот сейчас, кто будет первый по урону, ну, неважно там, как вы разгоняетесь. Ну, так. Ладно, милики там у нас в руке отыграетесь. РДД, короче, все РДД. Кто будет первый по урону, получает, получат плюс 10 к роллу. Гильдия 100 ИП. 200 ИП, ладно. Конечно, а что ты хиловый танков тогда отделяешь? Что за бред вообще, на самом деле, Войд? Ну, хилые танки потом, да, что-нибудь придумают. На вальсе. Нормально. Ничего, на вашей улице тоже будет праздник. Я всех люблю, хилов и танков тоже. Давайте, ну-ка. Блядь. Как вы вас обогнать-то? Сейчас отбегни. Блять, меня летит хуйня. Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь. Стринь, Кэсси, там или сам команда. Молодцы, вообще молодцы. Там дот навешал бы все. Смотрите, маг полетели. Летели, бьем этого дурака. Милики обратно. Милики ушли. Летели. Ружейники там. Смотрите, пришли на АВГП. Сейчас ты умрешь.
прилетели. Летели. Блять, почему я вас обогнал? Все звездопад, все откатится вообще. Оружейники, огонь! Оружейники, огонь! Сука, смотри, Бу обогнал. Помагу, смотри, ДПС. Перетяните помагу, кто ДПС. Ну, помагу, молодцы, что били. Я не удивлюсь, если там фурик какой-то будет. Не, ну, само собой, седер просал. Бу, ну, короче, Бу, плюс 10 кров. Так, осколки по КД падают. Запустите сука, приролите осколок. Есть рыба у кого-то? Ставьте рыбу. Твоя последняя вещь сейчас поставлю. Перейди на мою сторону, и вместе так. Мы разрушим. Кто выше ППР? Да это... Ты чё, на мейн на Энхе ролишь? Ну да. Кто выше из вас? Да, она там написала. Кто выше? Блин. Награда. Если ретрику надо, пусть, ладно. Чё, ретрику дадим? У тебя ретрик какой, Динка, не плачь. У меня собачки такой. Я не знаю, кому из вас отдать, ты сейчас хилом идёшь. Да дай Гекаде, дайте вар, пожалуйста. Ну, у кого ПР выше, то мой отдай, чё, всё просто. Ладно, там смотрите сами. Кулак, дайте вар, пожалуйста. Так, смотрите, вот на этом боссе милики, для вас особое состязание. Совы не включаются в состязание, значит. Так, кто из миликов даст больше в трэш, то будет первый. Сегодня и РДД тоже бьют трэш, прям, без исключения. Тот получит, короче, либо 100 ИП, либо 10 крот. 200 ИП. Крест магом. Там килька по-любому будет первый. Ешь ты рыбу пока. Вот именно. Там форики 100 пудов первый. Ну, это тоже как-то дебильно. Ты, конечно, придумаешь себе состязание. Сука, да закройся ты уже, блядь. Или я попрошу кому-то дать тебе мут. Давайте, рост. У нас поклонский стоит. Поклонский стоишь? Нормально. Телрон танчи. Хоть бы 3-2-1 там сказал. 3-2-1. Трэш 5 секунд приготовить. Совы звездопад отдают. Давай, ты отдашь, я на второй отдам. Веселитесь, слуги мои. Земля обогрится нашей кровью. Понаисловите. Я пока не могу прочитать эти секреты. Земля обогрится вашей кровью. Бомжа, иди. Трэш 5 секунд, 3 секунды, 2. Приготовили. Теряется таргет. Надо подождать. Внимание, значит, будет еще трэш. Один, наверное. Могу убить. Метки сильно хотаем, друиды. По 5 хоток. Все. Приготовились трэш секунд. Все в трэш.
нашей кровью. Танки прожимы отдают. Тандурус, АДК, давай войск. Земля обогрится вашей кровью. Трэш, фиряем, босса бьем. Я пока не могу. Веселитесь, фью, дали. Слуги мои. Надо подождать. Земля гимн обогрится хп вашей кровью. Это заклинание еще не готово. Земля обогрится вашей кровью. Блядь, пойдет. Освободился. Открывайте портал. Ну и что там по трэшу? Оля, говорил, что может, будем. Бачит, ты. Ролим осколок. Буриме. Мы похороним тебя. Ха-ха! Я первый, что ли? Что там? Буримир. У тебя как раз ЕП нет. С почином, ёпкать. Там забили на трэш, походу. Ролим волю. Поднимайтесь, Оля. Аня, поздравляю. Када, тебе надо воля? Да, на инфа. Бля, ну это хуё. Аня, у тебя слишком много таких предметов. Я бы не сказала. А, ну дай мне тогда. Зашибись, отлично. Аня, у тебя слишком много таких предметов. Это что значит? У тебя воля гер есть, я так понял, да? Дай мне тогда. Это зачем ты ролишь-то? Блять, один нам воля точно нет. Так, сейчас, ну-ка, секунду. Я тебе нас накинул, воля идёт в гильдии. Так, получается, по ролу кто выше там? Ну, Боремир 90, получается, воля в гильдию идет. Воля, вот, потому что мне она нужна, да. Да, сейчас, значит, ППР смотрим. Фрешблуд, Седер, Поклонский. Так, кто там ролил? Селфиш Марон, походу, да? Декада, тебе отдать волю или Селфиш Марона отдать? Я. Ты? Или Роги? Я. Тебе или Роги? А там он кричит Ретрик. Я не забирала плащ, ну. Я ж тебе как плащ, я плащ есть? Ну что ты выдумываешь? Ты отдал кому? Шритрику. Давайте по журналу посмотрим. Смотри. Ты ретри отдал плащ. Да? Да. Точно? Почитай, что там процентов фрешблад пишет. Тихо, ретри. Вообще тебя обманывать буду. Блять, мне кажется, я... Ретри, я тебе плащ передал, да? Да. Ладно, тебе волю Гекада давать, да? Давай, мне волю. Слава, ты видишь, что там Фрешблад писал, что он волю ролит? Нет, вижу. Фрешблад, тебе воля нужна? Это смешно. Это не смешно, она нормально прокает на Рерика. Да куда она прокает, блядь? Ты... Так ты инфу не о чем. Ты зайди на тест по тесте, она прокает нормально. Бля, у моего паладина есть воля, я тебе могу зайти на него сам, если хочешь. Ну, значит, я понял, что воля полна. Ты так делаешь. Ты... Блять, ты хочешь стрессом помериться за паладина? Я надеюсь, ты не офнишься, да? Мы с Форди тестили, она нормально прокает. Блять. Вот скажи, чем она нормально прокает? Она прокает, по сути, так же, как и, блять, та же чешка. Ну, он ролит, он написал, он готов получить ГП, все. Че, он вышку в ПР. Вы таки собрали ЦЛК? Ну, конечно. Красавы. Поклонский, веди вальку. Рольте покорителя. Это пиздец за шквар, за волю паладину забирать. Так. Кральчик и Акасия не ролите? Так. Поклонский не ролит, значит себе забираем. Наконец-то. Так, обычный конскурит на. Что там за токены? Покоритель, завоеватель.
А навара... Навара есть? Нет. Так, вы Вальку убили? Обе убили, сейчас на чем-то трэш чистим. Так, ну трэш почистим и пойдем дальше на совет. Кстати, эту волю вместо чего будешь одевать? Это не мне, воля нужна это. Но я тебе говорю, что она имеет смысл быть. Ну, я понимаю, что для тебя она имеет смысл. Так ты вместо чего его будешь одевать? Мне просто, кстати, интересно это послушать, вот эту вот новость новую. Что паладина воли это графит. Это что забрал? У нас руки, если хочешь. Ну это не я забрал, но там фрешбат выбрал, козырь. А если ты хочешь дать ДПС на сурке, то воля ретрику лучше, чем чешка. Звезду, ну вот я про то же. Звезду все играем. Но это только на псорфанге. Сейчас бы волю ради одного босса брать. Ну почему бы нет, надо поставить рекорд. Ну фуловый перс, так, со назад, спеком. Назад, назад, не идем туда. Назад пошли на кровь. Пошли на кровь. Пошли потом на лед после крови. Потом на лед. Че вы на профа не идете сразу? Ну проф сложный босс, я его напоследок оставлю. По-моему, лучше на свежак его. Не. Не. Я не знаю, какой я рейд собрал, я и сам тут вагон. Ты. 9к ДПС. Ты опять с собой пошел? Да. Так, ну что вам тут объяснять? Притяните рослого. Вот этот квадрат, это рослый. Вот, бейте все его. А теперь мой пукан совинный горит. Мы просто... Блин, Сова, я предложила бы тебе какую-то помощь, но я скоро ноутбук отдавать. Отвечаю. Не, ну это было зачетно вообще, когда ты написала, что хочешь от меня про товара. Это была не я, это был Кирилл. Я еще думаю, как это. Это была Лина, пускай не оправдывается. Так, не трогайте сферу, не трогайте. Там она активна, надо будет ее кому-то взять, ну, потом, наверное. Все стоим внизу, встали внизу, блядь. Значит, ко мне подходят танки, к сове. Значит, я говорю, кто что контролит. Подходит Фотон, подходит, кто еще? Конскурит, иди сюда, сможешь законтролить гневом. Значит, смотрите, звездочки даю я, этот, корни. Значит, кружку даешь Фотон, сковывание нежити. Подошли сюда, сова даешь, кому? Сука, выберись. Даешь месяцу корни, все бьем рослого, это квадрат. Все, подошли сюда, сова, прист, подошли, на счет три контролим. Раз, два, три, контроль. И за стенку зашли. И зашли за стенку. Сныкались быстрее. Рослый идет. И какие-то дураки еще идут. ДК, танки, паладины, спускаем их вниз. Берите кто-то сферу, кто успеет, кто-то съехал. Кто успеет, стоит ПР. Наебал. А че он кричал, что он выше ППР, это Фредерик-то? Он ниже меня. Потому что я ему ГП начислил. Сейчас уже стал выше. Ниже почему? А, за волю, я понял, все. Да, да, да. Что-то не подумал. Так, какие-то дураки спустились. Лейтенант, давайте, короче. Зачем вы это бьете? Все звездочку переключились. Сука, тактика, лучше спуститься. Звезду убили, потом так, потом звездочку, потом, блядь, кружок. Все нормально, добивайте этих дураков. Так, а метки на них поставлю, добивайте. Значит, также. Значит, Фотон, твой будет кружок. Значит, ромбик будет контролить конскурит. Я буду звезду. Бьем рослого, когда он придет. Все спускайтесь вниз. Ушли отсюда ДДшники самые. Так, Фотон, сова, приготовились на счет 3. Фотон, сова, на счет 3. Раз, два, три. Контролик. Угу. И за стеночку сныкали. Сныкались, рослый идет. Что-то пошло не так. Тактик спустя это появился. Ставлю крестик на него. Квадрат убили, после квадрата крестик.
квадрат устана, ковы, что-то, кирку какой-то, дизарм дайте. 5 варов, 4 роги дайте. Буду корни обновлю. Квадрат бьем, крестик бьем. Крестик бьем. Красава. Второго дурака бейте. Так, командира тяните, ромбик тяните, танки. Ромбик тяните, бьем. Нет, кружок все бьем, кружок бьем. Все кружок бьем, это так, дали стану. Так, еще. Вот, отлично. Ну теперь все ромбик. Так, обновлю каждый раз корни. Так, теперь все звезды. Седер по скиллу боб на танках, на котором будет кровотечение. Если будет оно вообще. Дали стан этому дураку. Я пока не могу. Так. Лейтенанту корни даю, Остальных бьем. Давайте. Бьем квадрат, Это тактик. Злобный. Негодяй. Чтобы корни обновить. Все, добивайте. Сейчас, значит, приготовьтесь, значит, если одна хоть кинетика упадет, катушку себе анролом забираю сразу, без всяких вопросов. Да! Так, значит, смотрите. Так. Значит, отбивайте ману, стойте пока на месте. Поклонский на двоих, Фелрон на кибисете. Так. Что еще? Все РДД без исключения бьете кинетику. Где вы стоите, там и бьете. Если есть возможность подбежать, подбегайте и бьете. Так, ну еще скажу, короче, когда будет на Талдраме метка, надо будет РДДшникам подальше от босса отойти и примерно с другими РДДшниками тусоваться, ну недалеко, типа, не по всей комнате. Ну типа, вы поняли, короче. Чек на пул. Кулак посолом обновить. Мы не начинаем, все пошли. Глупые смертные. После, думали, после ЦЛК быстренько сгоняем 25 оп. ЦЛК. Какое потом РСК будет? Ну, после РСК. Шиката слова фантазия. После РСК и ВК. Так, держим сильно, на пул, на танков сильно. Не бегаем лишний раз. Видите, ХП мало, не бегаем. Встали, стоим. Ну. Так, приготовились, сейчас будет очень опасно. Выхарь, разбежались, выхарь, все разбежались. Опасно. Вот, смотрите, ждем захила. Подальше отведи в эту сторону, где звезда боссов. Там могут АОЕ задеть сферы черные, которые нельзя бить. АДК не бежишь бить килисета, стоишь тут, куришь, когда на килисета переключится. Подвиньтесь там, кто-то подвиньтесь там. Темная сфера, точечно его бьем, точечно бьем. Фурики с шемами не бегите туда, не дай бог сферу убьете. Блять, сейчас помогу с кинетикой. Блять, катушку анролю. И кинетику не бью нихуя. Охуел, да? Или так, в боссах выход. Осторожно. Кинетика, блять. Сука, я между двумя выхрями. О, нормально. Бля. Сзади кинетика падает. Делаю, что могу. Делаю, что могу. Так, Талдрам, внимание. Так. Блять, кинетика упала. Сука, катушка мне будет. Нет. БДК бьет кинетику. БДК бьет кинетику. БДК один РДД подошел. Так, РДД от босса отбежали, отбежали, тут выхарь еще, осторожно. Блять, отбежали вообще, сейчас смотри, кастовать будет. На кого-то адское пламя, смотри, летит шар.
Конскурент летит. Кинетик, бля, смотри, умрет сейчас. Не, не умер, нормально. Кинетик убьем над боссами. Я фуриком даже как-то кинетик убью. Не, ретриком бью. Так, с миноцели будет Волонар. Во, нормально. Смотри, откинул эту дуру. Выхарь. Прожали дефобил. Смотри, не хуя. Тихо, стоим, захиливаемся. Не бегайте. Три кинетики на сцене, помогаем. Стаки кончились. Подбежали. Смотри, откинул. Выхарь, осторожно, словили рейнг. Красав. Все, захиливаем. Все, убили, красавчики. Не убили еще? Блять, да когда убьем? Добивайте килисета, только точечно. Кинетику играем. А уешьте уже миллион хп. Не уешьте. Сзади в дверях кинетика. В дверях кинетика, блять. Бегу. Сука, ничего себе. Ё-моё, я чуть не обосрался, но на меня... Катушка! Катушка, отлично, сейчас заберу. Где она, блядь? Сука, не вижу его. Ай, нету катушки. Две катушки, слава, две. Четыре. У меня четыре, перебор, две. Давайте ролим осколок, осколок. Боремир ГЦ. ШМ уже второй собрал, походу. Блин, там паладин если ты выбирал. Холики, роли, вообще... холики, роли. Чё паладин? Там паладин должен был забрать. Ну сорян, ну ты кинул уже пиздец, когда я уже отдал ему, блядь. Ну хули поделать, блядь. Следующую тебе отдам анролом, понял, не? Успокойся. Чё вы, блядь? А у вас типа осколки по ролу? Типа, видишь, быстро отдал. Ну да, блядь, пук один ролит просто. Фелрон у нас, кстати, был в гильдии, не помню, кто его кикнул и почему. Его Бибоб кикнул вообще практически без причины. В смысле 5 секунд? Тебе видео скинуть или чё, Аня, ты еще спорить будешь? Я как да, кинул, на самом я как деле. Кинул, я как кинул ему этот осколок, вон он. Еле получает осколок льда. Этот самый... Когда я кидал, точнее, он кинул ролл. Давайте трэш будем лучше бить, ребята, сейчас мы вайпнемся. Всё, бейте. Кто сагрил трэш, тому ГП. Не агрите, одного убейте моба пока. Сейчас я приду по контролю. Блять, а нужно кому-то вот эти наручки? Морозьте магию, трэш. Короче, лут не будем разраливать, давайте трэш бить. А то вы сейчас упадете, блять. Захил Филрона. Не надо писать такое, там, 5 секунд, там, какие-то вычисления. Аня, блять, успокойся. Или я тебя заменю на какие-то деньги. Так ты рослого чисто... Бьем. Шанан, давай в другой раз. Рослого бьем, высокий самый, квадрат поставил. После него бьем треугольник. Квадрат убили, треугольник. Командира добить надо, лучше уже да слава. Этот командир, блядь. Станом ставит. Ветник, все треугольники. Все убили, добил. Пошли треугольник бить. Треугольник бьем. Так. Чё там? Давай, теперь квадрат. Ну все нормально. Так, кто-то ливнул. По-моему, это Ретрия, да? Да. Ретрия, ты в РК? Ну, почему она ливнула? Вы о чем вообще? А, Ретрия вон в пятой пати. А кто ливнул у меня? Я не помню. Ник, кто там был? Так, кто ж там был? Аудикейшн покидает его. На этого, на шамана, слышишь? Шанан, чё ты молчишь? Мороз цитрэш магик. Не могу линкануть шмотку. Надо кому-то вот эти наручи паладины? Топовые. Кирилл, кинь, пусть валяются. Уже хила соберёт. А ты чё ливнул-то? А сюда, Сиус. Я думал, ты на шамана заходишь, там чё-то за багруха или чё. А вон Филрону дам. Школика соберёт. Так, следующий осколок Филрону, даму 98 кинул. Так. Вообще нужно было писать, что пугал, что осколки Андроу. Да блять.
Тогда, ну, я не знаю. Сами тогда рейд собирайте. С пугами, блядь, час бы собирал. А он и танчит еще вон. Да анрол это вообще залупа, блядь. Да нормально паролем, да. Катушку анролом забирать нормально. Говорит человек, который сегодня десятку обычку с трубой анрол собрал. И труба не упала, блядь. И осколком. И осколок серебра. Хотел забрать по халяве. Ни хера не получилось. Так, ну молодцы, все убили трэш. Вообще все хорошо. Ставьте шкаф, суманем его до Сиоса. Давай Инь, ты поставишь шкаф. Ох, красава, ты читаешь мои мысли. Тыкните в это зеленое дерьмо. Слишком далеко. Блядь. Тык. Вот, принимай сумон. Сейчас упадет багруха. Я прям как с волей говорю вам. Сейчас просто упадет багруха. Селфиш, Мурун, ты тут? Ага. Все, чек. Я принял. Все, отлично. Дайте фулбафы. Фулбаф, нету бафа, по-моему. Так, уже хотайте рейд, потому что очень опасный это босс. Очень опасный. Первую, вторую пати очень сильно хотайте, друиды. Очень это, сильно. Особое внимание магам. Так, Оксана, ты здесь? Оксана. Оксана. Проверка готовности завершена. Танки вперед. Инту. Кто словит укус, умрет, минус 100 крови. И 100 гп сразу. Так. Ане. Укус на Ане. Сбежались пакт. Надо сбегаться. Да. Теперь смотрите. Кранчик, бежишь. Бегишь. Вот, рейд на ху, ухотаем. Короче, это как ухо. А, вот он. Вот он, короче. Приготовь антифир. Скажу, на кого кидать, если надо будет. Сбежались. Центр треугольника, всегда сбегаемся. Блин. Там раскол есть, но нет, он мне не показывает. Да, есть. Престой антифир. Так, я тебе скажу, кому антифир кину перед взлеткой. Сбежались быстрее. Ты уже говори. Блять, треугольник. А буль, почему ты стоишь? Ну ладно, ну ладно, ты хил, но у тебя есть круг исцеления. Я же, блядь, заходу представил. Бабл жми. Бабл жми, ретрия, но если КД, то не жми. Красава. По правой сейчас. Че ж вы так подходите, ёперный театр? Так, что вы подходите? Ну-ка, освободили место, блядь. Хила. Так, захил. Да рейндж нету, блядь. Ты уж в конец комнаты убежал. Так. Так, фотон, внимание. Так, ну это Бу. Блядь, Бу умирает, смотри. Вылетел, вылетел с игры. Хорошо, все хорошо. Понятно. Ясно. Аня, не умри. Аня, блядь, ГП. Сука. Ну как ты умираешь? Давайте пул захил. Потом гимн на ХП давай. Так, красава. Ты дал гимн? Угу. Блядь, что это законченная Аня? Чё она какая-то конченая? Ханты могут... Поэтому снять страх, если чё, если оно пошло конченое. Ну не обзывай, ну говорили вчера же. Так а чё он пузит что-то? Аня, блин, как ты? Ты детский, конечно. Что-то Ваня какой-то агрессивный сегодня. Ваня читает, слышу. Вечно несёт там агресса, непонятно на шо. Типа самые умные. Аня, ты успокоилась там? Почему ты упала? Объясни нам.
Ой, постой. Давайте это самое. Так, что, была вторая взлетка, нет? А, ну ладно. Давайте Геру, короче. Вам такое. Шаман. Страдайте же! Кошка. Так, Бу, а, угу. Так, кто у нас прист еще? А Буль, приготовь гимн на ХП. Короче, чешку отдавайте все хи. Дубовые кожи все отдали, прожались. ШВ все отжимаем. Блять, кого-то кусить надо, не знаю кого. Меня кусай, Слава, меня кусай. Вот, перед тобой стою, кусай. Блядь, приказ хозяина называется антифир. Ой, блядь. Кого кусать-то? Уже не меня, на меня лучше. Кусил кого-то, не знаю. На мне лужа, поэтому лежал. Это мага укусил кого-то, никого не знаю, демона. Сама судьба была против того, чтобы ты меня кусал. Подвеска. Чё там, чё там? Подвеска! Вокруг не пиздец. Хиллеран, как обещал. Тел трени! Ролим на ПВП, по роллу, 10%. Какой ПВП? Мне хилить надо людей, ПВП. Ну чё, она идёт, пристан? Куда думаешь? А ты хилбот поставил уже? Ну ты заберешь ее за ГП? 10, да. Блять, Поклонский уступишь ему? Ну, если надо. Надо, надо, у меня нету нормальных тренингов хилить. Спасибо. Покоритель ролем, я уже забирал. Рольте. Так, Оксана. Так, а по ГП? Ну-ка. Кто там? Так, Элисанда. Выше Элисанды кто там? Лучше умереть сейчас, Поклонский, чем опять собирать меня? Реагенты для этого больного Финкельштейна. На кровь, на лед идем. Ресните нас. Если два завоевателя кому-то нужны, скажите, напишите. Чем пошли на лед быстренько. Валька Синдра сейчас. Ресните Поклонского. Где ты, где ты? Блядь. Где ты? Вы у трэша там? Да, да, да. Думал, ты на лане еще. Так. Чё у вас там такое получается? На этой Ане пару лет назад играл уебок, выдающий себя за девушку. Скорее всего, он остался на этом чале. Так жаглится, я помню. Так, Аня, ты есть в РК? Приводите их сюда, и мы вам поможем. Ты мужик или баба? Подай голос. Не баба, ну понятно, мужик. Ты это... Ну, слушай, мужиком меня, конечно, сложно назвать все-таки 2Х-хромосомы. А бабой как-то по возрасту еще не подошла до бабы. А, ну все понятно. Ну... Можно назвать молодая женщина. Ого! Тихо, тихо, дайте я скажу. Вот, Аня, ничего я не спорю там, ну... Баба, это не означает, что ты баба. Просто я спросил, какого ты пола, типа женского или мужского, если ты поняла. Вот, я думаю, ты поняла. Ну вот. Про ролл там 5 секунд. Ну, я думаю, ты должна меня понять. Как рел, я когда отдавал,
Ну, чтобы ты понял, я тебе уже все объяснил, вроде не буду повторяться. Вот. Такое бывает. Шмотки отдаются, люди спят с роллом, как бы. Ну, если шмотка слабо нужна, они будут спать. Если шмотка сильно нужна, прям, ну, жопа горит. То об этом РЛ, об этом все узнают. Об этом молчат даже узнают. Вот, так что, ну. Фелорен получил осколок, никаких проблем нет. Все, идем дальше, спокойно, без всяких пререканий, без ругани, без всякого говна. Никто в твою сторону ничего не пишет. Если пишет, кидаешь ЧС. Вот. Никаких проблем не должно быть с людьми. Мы все люди, мы все должны нормально общаться. Ой, красава, ну я подумал, когда... Ты подумал, что это не девушка, ты так, блин, приуныл, я уверен, уже слеза покатилась по щекам. А тут эта девчонка, да! Нет, ты не прав. Какая разница, кто там сидит, мужик или девушка? Ну... Если бы там сидел мужик, это не значит, что нужно его не уважать там или как-то обзывать сразу. Не, разницы нет. Просто Слава, мужиков... но разговор другой был бы, бля. Мужиков ты зайками не называешь. Как котятками. Вот, сейчас смотрите, вон там трэш стоит, очень опасный, все вертушки крутят, там 5 мобов, 6 вертушки крутят. Милики туда не бегут, танки бегут, танков захилим. А УЕ пока не даем, пока не даем. Вот, только танков хилим, две цели. А Сидасиус, ты танк, сука? Да. Ну хули ты там делаешь? Марун, тоже отойдите. Седер, не умирайте, не нужно, чтобы вы падали. Потом вас резать, блядь, дураков. Вот, это шляпа. Я бабал, я уже на кнопочке уже. Теперь давайте, УЕ, все нормально. Убегают, милики отошли, уйдите лучше оттуда, блять. Мне не нужно, чтобы вы падали. Так, дам звездопад, сейчас зальется трэш смотрите. Ты уже дал или не дал? Да, уже прошел. Что-то разница не ощутима. А сколько тебе запад длится вообще? 10, что ли, секунд. Так, пошли все сюда, сейчас бурсты отдадим. Надо будет эту дуру очень быстро залить. Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы серебряного авангарда. Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Нападай, гроза плети! Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом! Ну и союзника ты выбрал, Крок! Копье берем. Алло. Охуеть. Еще копье быстрее берем и быстрее в сумке его открываем и кидаем. Сумку открывай, кидай. Блять. Вот в сумке бардак. Бардак. Может быть, ты прав. Так, сейчас смотрите, ретри, хила. У кого еще хилы есть? Бу, есть хил? Пиздец. Так, конскюрит, есть хил? Вон у Филикатя. Так, ну это вообще печаль. Придется жопу рвать. Подбежали сюда все. Фрешблот, ну ты же руболю забрал. Ну, а Цедер первый по дамагу по вальке. Настраиваю. Так. Отпивать ману, короче. Я посижу на рейде с... Кто у вас там? Хуже хилит. Я на рейде буду, вот. Давай, мы с тобой на рейде. ЖЖшка, Ретрия, Холи Прист, Тершам, вы идете в порталы. Так. Вроде хилов больше нету, да?
Потом есть хил. Угу. ДЦ. Ну давай. Что же, Жешка на рейде хочет или что? Хорошо, давай я в портал, и ты на рейде. Я могу танков тут. Если Войд позволит. Да. Ты идешь в портал, и Бандрогин больше дашь. Значит, Жешка, я на рейде, Фотон, Спекасев, ДЦ тоже на рейде будешь. Танков, диспелы там все смотришь. Давайте. Хорошо. Спекасев, Манну, давай. Штрудели берите, стол поставьте, если штрудели нет.